Специальное предложение только сегодняшнего дня. Второй раз в прямом эфире Алгас гель лимфа. За одну презентацию было продано более 1000 таких Алгас гелей. Обратите внимание, сегодня заказывает 2 Алгас геля. Вы полкилограмма Алгас геля лимфа получаете абсолютно бесплатно. Итого 1,5 килограмма лимфа. Цена только сегодня с бесплатной доставкой. Прямо сейчас дозванивайтесь. Я знаю, в прошлый раз многим не хватило лимфа. Многие же звонили, потом заказывали, но уже не было в наличии. Сегодня Любовь Ильина представляет для вас лимфа. Любовь, для тех, кто только что присоединяется к нам, расскажите, пожалуйста, про технологии будущего. С удовольствием. Лимфа – это один из наших новых продуктов. Алгас гель лимфа – это один из наших самых новых, это новинка в нашей линейке. Алгас гель лимфа мы создавали точно так же, как и вся наша линейка, создана на основе бурых морских водорослей. Фукус. Фукус растет только в холодной воде, и там же мы его добываем, на Белом море. Благодаря, вот даже не благодаря, а вопреки тому, что там очень плохие климатические условия, фукус обладает более, содержит в себе более 80 активных компонентов. Это уникальный полисахарид фукоидан, уникальный моносахарид L-фукоза, вообще 7 полисахаридов в составе, 9 жизненно необходимых аминокислот, 12 витаминов и микроэлементы, полифенолы, антиоксиданты, в фукусе чего только нет. Так вот, когда мы стали, почему мы создали продукт лимфа и для кого он? Лимфа очищает, решает сразу две глобальные задачи. Он очищает лимфатическую систему и печень. Вот наверняка все слышали о лимфатической системе, но никто толком не знает, зачем она нужна. Давайте вот такое маленькое сделаем отступление лирическое. Смотрите, если вы часто болеете, причем как бы без каких-то явных проблем, да, то есть как только начинается осень-зима, сезон, каждый месяц что-то да происходит. Насморк, кашель, ОРЗ, ОРВИ и так далее, и так далее. Если у вас, вас мучают головные или суставные боли, причем тоже без какой-то явной причины, если у вас бессонница, если у вас перепады настроения, если у вас проблемы с кожей, начались какие-то высыпания, это все говорит о том, что лимфа у вас зашлакована. Что такое лимфатическая система? Лимфатическая система – это часть сердечно-сосудистой системы. И главная функция лимфатической системы – это вывод из организма токсинов, шлаков, ядов, мертвых клеток. Кстати, каждый день в организме умирает порядка 1 000 000 000 клеток. И вот все эти клетки из организма надо как-то вывести. Вместе с вредоносными вирусами, бактериями, токсинами и так далее. Так вот эту задачу и решает лимфатическая система. Но попасть в лимфатическую систему обычным продуктом очень сложно, потому что вход в сосуд лимфатический находится в кишечнике, точнее в ворсинках кишечника, которых миллионы, и в 99% случаев они забиты шлаками и токсинами. Так. И плюс проход в лимфатическую систему сосуд, он очень маленький. И чтобы туда попасть, молекула должна быть определенного размера. Так вот, благодаря нашей технологии кавитации, которая не имеет мировых аналогов, мы разработали специальные, получили из фукуса специальные трансфер-молекулы, которые могут попасть в лимфатический сосуд, завести туда активные вещества, фукоиданы и ламинораны, которые очищают лимфатическую систему, обеззараживают ее, разжижают и растворяют токсины, шлаки, мертвые клетки, и все это выводят из организма. Вот давайте мы немножко пройдемся. Кстати, еще хотела сказать, что перед тем, как идти в эфир сегодня, президент нашей компании, основатель нашей компании записал небольшое вводное слово. Зовут его Сергей Николаевич Стрелецкий. Давайте послушаем его обращение. Здравствуйте, дорогие зрители телеканала Шоп-н-Шоу. Меня зовут Стрелецкий Сергей, я основатель и владелец компании «Технологии будущего». Сегодня мы рады представить вашему вниманию новые разработки Алгас гелей, изготовленные из дикой водоросли фукус. Антивир для защиты от вирусов, эндо для женского здоровья и лимфа для очищения печени и лимфы. Конечно же, в нашем ассортименте полюбившийся вам гастро. Сегодня, в течение всего дня, действует специальная акция. При покупке 2 банок Алгас гелей, третью вы получаете в подарок, бесплатно. Заказывайте наши замечательные Алгас гели, пробуйте наши новые продукты и будьте здоровы!
Так, Любовь, как, спасибо огромное, как принимать лимфа и когда увидим результат? Смотрите. И какой он будет? Да, значит, как я уже сказала, лимфа мы создавали для очищения одновременного лимфатической системы и печени. Давайте сначала расскажу, как принимать, а потом расскажу, почему так важно чистить лимфу и почему это жизненно необходимо большинству из нас. Принимать схема точно такая же, как со всеми альгосгелями, очень простая. Утром за 20 минут до еды берем столовую ложечку, открываем банку, съедаем ложку альгосгеля лимфа и запиваем стаканчиком воды. Если вы принимаете какие-либо лекарства или таблетки, обязательно сделайте перерыв 40 минут. Допустим, сначала лекарство, через 40 минут альгосгель. Ну или наоборот, смотря как вам врач назначил какой прием ваших лекарств. И то же самое мы делаем вечером. Тоже за 20 минут до еды столовую ложку. Так вот, давайте немного о лимфе поговорим. Да, я уже начала говорить о том, что лимфа, лимфатическая система – это часть сердечно-сосудистой системы, которая в первую очередь отвечает за то, что выводит все токсины, которые скапливаются в нашем организме. Конечно, надо понимать, да, то есть большинство людей считает, что токсины накапливаются в кишечнике. Ничего подобного. 80% всех ядов скапливается в лимфатической системе. И еще в прошлом веке немецкий врач Рейкьявик доказал и подтвердил, что все болезни и все проблемы нашего организма из-за того, что лимфатическая система зашлакована токсинами, и она вовремя это все не выводит и не очищается. Это такой первый очень важный момент. Поэтому лимфу надо чистить обязательно. Кстати, онкология – это последняя стадия зашлакованности организма, понимаете, да? А первая стадия – это отеки. То есть, вот, как понять, да, что проблема? Да, вот смотрите. Если у вас появились отеки, причем отеки могут быть разные. Допустим, вы утром просыпаетесь, у вас отекли ноги или руки, вот как показано, да, на картинке. Или у вас появились мешки под глазами. Это тоже симптом того, что у вас проблемы с лимфатической системой, что она зашлакована и что лимфа не двигается. Второй, как бы, симптом – целлюлит. Женщины считают, что целлюлит – это проблема лишнего веса, жировых отложений, ничего подобного. Целлюлит – это ткань соединительная, переполненная жидкостью. И целлюлит – это сигнал того, что ваша лимфатическая система забита шлаками и токсинами, ее срочно нужно чистить. И третий момент – утром вы просыпаетесь, а у вас такие складки, подушки на лице, заломы. Это тоже признак того, что лимфатическая система стоит, что она зашлакована и ничего не происходит. А давайте вот прямо сейчас проверим, все ли в порядке с лимфатической системой. Так, вот смотрите, берете руку. Пальчиком нажимаете, придавливаете. Если вмятина долго не распрямляется и появляется, вот видите, такое белое пятнышко, значит, обязательно надо чистить лимфу. Лимфа забита токсинами. Да, конечно, годами. Можно представить, бесплатная доставка. Полкилограмма алгосгель лимфа вы получаете абсолютно бесплатно. Спешите, звоните, заказывайте. Количество подарков ограничено.